Саратовцы посетят грандиозное шоу. 12 декабря в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет традиционный концерт «Легенды Ретро-ФМ». Ежегодно радиостанция «Ретро-ФМ Саратов» проводит розыгрыш оплаченной путевки на двоих на незабываемое шоу. Кому она досталась в этот раз, в нашем следующем материале. 11-й год подряд самые преданные слушатели радиостанции «Ретро-ФМ Саратов» собираются вместе. На кону полностью оплаченная путевка на двоих на одно из главных музыкальных событий года – шоу «Легенды Ретро-ФМ». Это уже стало доброй традицией проводить в Саратове розыгрыш путевки на концерт «Ретро-ФМ». 11-й год подряд «Ретро-ФМ Саратов» дарит своим радиослушателям уникальную возможность посетить концерт, насладиться музыкой 70-х, 80-х, 90-х, увидеть и услышать любимых артистов. Чтобы побороться за главный приз, слушателям «Ретро-ФМ Саратов» нужно было принять участие в викторине. Каждый мог стать претендентом, дозвонившись в прямой эфир радиостанции. С 1 ноября по 26 ноября в прямом эфире «Ретро-ФМ Саратов» проходила викторина «Счастливый билет». Необходимо было сопоставить трех звезд и три факта из их биографии. Тот человек, который все это правильно сопоставлял, тот и становился непосредственно победителем викторины. В числе победителей викторины около 20 человек. Все они собрались в ресторане «Барбарис». Здесь подводят итоги и каждому дарят призы от спонсоров. Но главная интрига вечера – кому достанется оплаченная поездка на «Легенды Ретро-ФМ». Купон. 12! Давайте поклажем этот купон! Возьмите лапки, победитель, я уже думала, так и будет! Долгожданный приз попадает в руки Александра Телегина. Он уже неоднократно участвовал в розыгрышах от «Ретро-ФМ». Но такой приятный подарок получает впервые. Говорит, главное – верить в победу. Слушаем радио «Ретро-ФМ». Вот. У меня всегда одно правило в жизни – не отступать. И быть желательно первым. И своим сыновьям я то же самое говорю. Верьте в удачу. Удача всегда ходит рядом. Надо только не сомневаться, что ты будешь первым. Уже 12 декабря Александр сможет воспользоваться своим выигрышем. В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве соберутся главные звезды 70-х, 80-х и 90-х. Елена Петрова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.